Помню, когда я выходил, и я вдруг вышел и сыграл с биг-бендом, я сыграл восточную балладу Колтрейна. Это был гром аплодисментов. Конечно, у меня сохранились эти газеты, где написано, что овации вызывает виртуозная игра Яна Табачника. Но дело не в этом. Дело в том, что моего шефа это не тешило. Мой шеф был очень строгий человек, Марк Гагелик. Это Лолан Папа, Лолиты наши известные. Она тогда совсем ребенком была. Мама ее, Алла Никифорова, была, в общем-то, певицей в этом коллективе, красной строкой. Но он был такой человек. Вот он никогда никого не хвалил. Никого не хвалил. Вот я выходил, вот зал аплодирует. На ура! Браво! Там все, выходит, говорит, Яша, иди сюда. Что ты там сегодня делал? Ну, вы же понимаете, что это о каких-то фонограммах в то время это было что-то немыслимое. Вы понимаете, это, ну, мы даже не могли подумать, что такое когда-то может быть. Сейчас уничтожается живой звук вообще. И если пишут на рекламе, приезжают какие-то гастролеры, и внизу написано, живой звук, это считается достижение какое-то. Это считается, что... Вы платите деньги за живой звук и так далее, и так далее. Хотя неизвестно, будет он там живой или нет. Но уничтожается, полностью уничтожается живой звук. Это ужасно, это страшно просто. Я даже не знаю, что ждет эту живую музыку дальше. Thank you.
Я никогда не заучивал. Я не могу повторить то, что я сыграл в концерте. Не могу. И если люди, которые знают мои выступления, мои концерты, они видят, что я каждый раз играю по-разному, потому что я не помню, что я играю. Вот я играю то, что я чувствую в эту минуту. А, к сожалению, музыкант не всегда чувствует. Почему? Потому что что-то не сложилось. Не сложилось в семейной жизни. Очень многих людей искусства, и тем более у музыкантов, то же самое. Это одна из очень сложных профессий и не всегда благодарная. Почему? Потому что если, допустим, там вокалисты, люди других жанров, которые там и видны, и они впереди на сцене, музыканты всегда находятся сзади. Я даже всегда сравнивал, я говорил, что музыканты как женский бюстгальтер. Его не видно, но он поддерживает. Вот и, наверное, оно действительно так и есть. Вот наши звезды даже выходят, в общем-то, а музыканты находятся сзади, его, их не видно, но они поддерживают. Ну, мне помогло в работе с Яном Петровичем даже то, что я сам начинал с аккордеона. Поэтому для меня аккордеон очень близкий инструмент. Thank you.
Короля Лира в 20 лет невозможно сыграть. Так же, как невозможно сыграть в 70 лет Гамлета. Это целая школа, это психология, это невозможно. Поэтому существует та музыка, которая сопутствует тебе. И сегодня я на сцене, я хочу играть ту музыку, которую я умею играть, которую я знаю, как играть. И у меня даже эпилог моей книги написано в эпилоге, что я никогда не играл то, что я не умею играть. Я никогда не играл тем, кто не хотел меня слушать. Я никогда не приходил туда, где меня не хотят видеть. Поэтому я сумел сохранить свое достоинство и как человек, и как музыкант.
замечательные музыканты, замечательный дирижер, замечательные зрители. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы здесь. Спасибо. И спасибо моим замечательным коллегам. Спасибо вам, друзья. Спасибо настоящие прекрасные музыканты. Я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Примите мой поклон искренне.